каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнину с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на видео от медиалузера, которое называется «Тачки по-русски». Тачки. Мой любимый мультфильм, наверное, детства. Действительно. Интересный мультик был. Не знаю, какая третья часть, я не смотрел, но мне хочется ее посмотреть. Ну давайте же посмотрим теперь «Тачки по-русски». Окей. Поехали. Скорость. Я скорость. Быстрее быстроты, скорее скороты. Я молния скорее Максим скороты. Километры мне в час. Я так быстро, что оказываюсь топе Ютуба еще до того, как выложу ролик. Я так быстро, что моя скорость измеряется в световых годах в секунду. Я так быстро, что девушки не успевают даже подумать, что у них было со мной. Макс, прямоток тебе взад, хорош чесать, погнали уже. Туполада такая, тут-тут-тут, подъехали. Здорово, ёпта! Я Чикатило Хиковский, а это Колян Синий. Погнали, короче, 30 Колян кругов Синий. По гаражам. Кто первый, тот выигрывает кубок большой неведомой хреновины. Вы дебилы, что ли? Нахрена мне это срать? Я вчера поставил себе хромированные диски и музло воткнул. У меня из-за вас еще все вытрясется на колдоебинах. Предложить что-нибудь посущественнее, нулевик мне под капот. Ты чё? Это же сам кубок большой неведомой хреновины. Вот это его да. Обладатель получает право чиниться у Михалыча вообще за бесплатно. И заправляться самым четким 80-м бензином. К тому же, ты тут заливал чё про скорость. Чё, засал что ли? Это я-то засал? Да вы пыль жрать за мной будете, грязь мне под коврик. Блядь, что песня не напахла. Чё за херня? У тебя мозги прошиты и две турбины, тогда как у нас все по старинке, саморез мне в протектор. Давай снимай свое барахло и поехали в Сочи. Там построили новый трек, будем там гоняться. Эй, здорово, сиплый. Вот, короче, нужно меня оттараканить в Сочи на гонку с двумя дебилами, да побыстрее со всеми удобствами. Сделаешь? А почему бы тебе самому не доехать, умник? У меня тариф 2500 в час, если забыл. Да блин, у меня фары какие-то нарики свинтили, а за это штрафуют жестко. Давай, поехали, сочтемся. Все удобство, отличное удобство. Блин, пацан, мы в задницу какую-то заехали. Ща, постой здесь, я метнусь, спрошу у местных. Пошел час. Опа, почему стоим без аварийки и знака? Ваши документики? Начальник, ну чё документы-то сразу? Вот, держи незамерзайку, супер вещь, зальёшь, ещё захочешь. Зальёшь, бери и вали на утилизацию, прикуриватель тебе в штекер. Что ты мне эту дешевку втюхиваешь? Давай лучше сцепляй вон тот каток и сделай нам дорогу до завтра. Тогда, может, и договоримся, стрит-сракер. Стрит-сракер? Твою ж медь, как я вообще на это повелся? Коленвал мне в глушак, один, вот это аэродинамическое крыло. Чё? У меня глюки или это каток говорить научился? Эй, я вообще-то к тебе колеса подкатываю. У вас в вашем Мухосранске есть нормальная заправка? Погнали, пропустим низкооктанового пойла. Попридержи как коней, Ромео. Попробуй обгони меня и веди куда хочешь. Ооо, топ-10 аниме батла вновь. Ну ты и черепаха, китайский ксенон тебе фары. Иди гуляй со своим катком, соль тебе в бензобак. Твою-то мать, я никогда отсюда не выберусь. Да ладно, братан, мы тут тоже вляпались по самый распредвал, чтоб его. Вот как-то так у нас и проходит ремонт дорог за счет лихачей. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь с друзьями. Походу лихачей там мало, дороги все еще не чинят. Озвучку предоставил Зебуру, анимацию сделал медиалузер. Ну это круто. Я поиграл от души. Топ-10 аниме батлов эти. Это озвучка, боже мой. Зебура круто озвучивает, мне нравится. Ссылочка, ребята, на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на медиалузера. А если понравилась моя реакция, подписывайтесь на меня. Там ставьте лайкосы, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте. Будьте молодцами. Всем удачки и всем пока-мака. 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 Интересно, интересно. Пока-пока.